Ранним утром в центральном офисе «Газпром добычи Ямбург» царил праздничный ажиотаж. У порога женщин встречали нарядные мужчины с ароматными гиацинтами, дарили которые под чарующие звуки саксофона. Каждая из девушек в этот день получила свою порцию внимания. Вы знаете, утро прекрасное. Спасибо нашему обществу за такое прекрасное настроение, за эмоции. За обстановку, в общем. Настроение поднялось просто на 100 баллов. Спасибо вам огромное, что вы нас так радуете. Новинка этого года – живой уголок с экзотическими бабочками. В стеклянном кубе собраны самые разные виды этих красавиц. Маленькие и большие, с черно-белым рисунком и причудливой вязью на крылышках. Девушки в восторге от такого сюрприза. Настроение потрясающее. Очень ярко, эмоционально. И бабочки произвели... эффект вау. Действительно, если бы каждый понедельник нас так встречали. Огромное спасибо руководству и организаторам. Правда, очень здорово. Торжественный прием продолжился уже в другом зале. Здесь праздник скрасило искусство – музыкальное, изобразительное и кулинарное. Можно отведать всевозможные десерты под живой аккомпанемент и насладиться творческими работами сотрудников общества. Наталья Каратынская вышивкой занимается более 10 лет. В выставке принимают участие впервые. Они по времени по-разному вышивались. Одна, вот, которая «Два неба», она вышивалась немножко по времени дольше и немножко откладывалась. Потом я к ней возвращалась. Такой, так скажем, процесс был длительный. А вторая картина, она вышивалась для мужа на 25 лет совместной жизни. Поэтому втайне от него, как-то по вечерам, когда его не было. В нашем обществе всегда поздравляют женщин по-особенному, тепло и искренне, и каждый раз стараются придумать что-то новое. Я считаю, что праздник удался. Служба по спортивно-оздоровительной культурно-массовой работе справилась на все 100. Мы приложили все усилия, чтобы прекрасная половина нашего общества была довольна. В «Газпром добычи Ямбург» работают почти 3000 женщин. Часть трудится вахтовым методом, часть традиционным. И каждая, безусловно, заслуживает особого внимания, и не только 8 марта. Хотелось бы, чтобы, даже прошу, наверное, вас, чтобы вы дарили нам ежедневно свои милые улыбки и согревали им наши сердца для того, чтобы мы совершали для вас, для наших семей новые подвиги и достигали новых хороших результатов. Присоединяется к поздравлениям Алмаз Абдельмана, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой, специально для ЯТВ. В уже далеком 90-м году вслед за мужем отправилась Гульназ Зибаева осваивать суровый север. В Ямбург прилетела в конце декабря. Все прелести ямальской зимы ощутила на себе. Все и сразу. Но трудности не пугали. Наоборот, было интересно. Это было давно, но это было как вчера. Впечатления, конечно, непередаваемые. Холодно, стужа. Прилетели днем, а было темно. Уже были ночи. Север, полярная ночь. Конечно, было необычно. Немного поработав в управлении по эксплуатации вахтовых поселков, Гульназ перешла на первый газовый промысел, в коллективе которого трудится по сей день. С 91 года на газовом промысле. Тогда не было техников, были операторы по добыче нефти и газа. Трудоустроилась оператором по добыче нефти и газа 4-го разряда. А потом, когда уже на ГП ввели единицу техника, уже перевели. Работа с документацией – то, чем приходится заниматься техникам на газовом промысле. Какие-то документы нужно изучить, какие-то, наоборот, сочинить. Нельзя упустить ни одной мелочи. При этом нужно помнить, бумага, конечно, важная часть работы, но во главу угла всегда ставится человек. Помогать людям – главная задача Гульназ Тагировны. Вот в нашем коллективе, в нашем цехе на газовом промысле 168 человек. Вот. И знаю их всех в лицо. Мы должны помогать работникам в оформлении тех или иных документов. Подсказывать, рассказывать, направлять. Эту работу, наверное, надо любить людей. И поэтому мне нравится своя работа. Вот. Я думаю, что я на своем месте. Профессионализм и настоящие человеческие отношения – то, чем манит и притягивает Ямбург. Наверное, потому что случайные люди здесь не задерживаются, атмосферу эту удается сохранять здесь не одно десятилетие. Многие, приехав на годик-другой, в итоге посвящают Ямбургу всю жизнь. Любимые занятия, работаешь, и оно проходит незаметно. Вот как в моем случае, в 90-м году сюда приехала, и это было как вчера.
Но это было уже 33 года тому назад. На первом промысле Ямбурга в гостях у Гульнас Зибаевой побывал корреспондент ЕТВ Юрий Грига. Про нас, девочек, чего только не придумывают. Существует много стереотипов про красоту, интеллект, характер, способности. Предлагаю на примере женского коллектива «Газпром Добыча Ямбург» развеять эти мифы. Женщина не может постоять за себя. Ну нет, конечно, неправда. Ну вообще природой задумано, что женщина – это у нас слабое создание. Но при наличии таких качеств, как целеустремленность, упорство, сила воли, дисциплина, организованность, она может становиться сильной. Это такой вид спорта, как бодибилдинг, но женщины больше уходят в направлении фитнеса. Я занимаюсь 6 лет. Это определенный режим организации всей жизни. Это и питание, и отдых, и ведение быта. Очень много терпения, потому что нужно соблюдать все четко. Значит, сначала это был любительский, потом я ушла уже в спортивную деятельность, выступала. Сейчас я уже тренер, являюсь судьей. Женщина и шуруповерт не сочетаются. На самом деле я умею пользоваться различными строительными инструментами, начиная от отверток и заканчивая перфоратором. Дома есть, конечно же, отвертки, набор напильников, пила есть. Как-то раз приходилось пользоваться перфоратором. Он, конечно, тяжеленький, но ничего страшного, я справилась. Полочки привесила, красиво. Я училась в строительном университете. Вот, мы проходили практику и практику настройки, и очень часто использовали как раз-таки вот эти строительные инструменты, начиная от уровня, потом это был лазерный уровень, и заканчивая миксером для смеси. Светлый цвет волос пагубно влияет на интеллект. Первое высшее образование его получила в Самаре, в Куйбышевский плановый институт поступила, закончила Самарский экономический, и я экономист по труду заработной платы. Много было курсов коммуникативные, это стресс-менеджмент, это работа в команде. Мне посчастливилось пройти обучение на втором дополнительном высшем образовании, я закончила MBA в Петербурге. Я попыталась положить на бумагу все свои курсы, сертификаты. Получилось достаточно неожиданно, порядка 17. Для меня важен личностный рост, потому что он является составляющей успеха любого дела. У женщин нет чувства юмора. Вот, что еще сказать? Чувство юмора раскрыла мне школа, потому что в 9 классе начался КВН. Вот он перешел в студенческие годы. Вот, в студенческие годы у нас была отличная команда. Мы играли вот со звездами сейчас нашего телешоу «Союз». Айдар Гараев, Муратов Артем. Вот, поэтому до сих пор мы общаемся, до сих пор мы дружим, до сих пор мы шутим. Образ был, это смешные юморные танцы. И, естественно, как бы это по поводу веса всегда завязывали шуточки такие. Я помню, что зал просто вставал, когда выходила я, они меня все любили. Да, это был шквал. И это было, ну, я была фишечкой нашей команды, можно так сказать. Женщины – плохие водители. Ну, насколько мне друзья мои говорят, что я рушу стереотип, я считаю, что я очень хороший водитель. Мой стаж около 20 лет. ДТП по моей вине не было. Повышенное внимание у меня за рулем ко всем участникам движения, особенно к пешеходам. В силу своей должности как специалиста по охране труда, как женщины, как мамы, я считаю, что я привержена к безопасности, особенно управляя транспортным средством повышенной опасности. Все женщины любят сладкое. Это сладкое, оно так красиво и нежно выглядит. И я думала, что вот все девочки, когда едят пироженки, это так нежно и так далее. Но вот мне уже столько лет, а сладкое я так и не люблю. Я предпочитаю стейки, рульки, шашлыки. Ну, вообще все, что связано с мясом. Очень люблю восточную кухню, потому что там все сфокусировано на мясном в основном. И как бы я даже чай, в принципе, пью с чем-нибудь таким вот, с каким-нибудь мясным пирожком, нежели как бы со сладким чем-то. Спасибо.
Ямбурский зимний сад, расположенный в поселковом КСК, стал тропическим. Здесь поселились редкие мотыльки, родина которых – южные страны в районе экватора. Для дорогих гостей создали все условия. В зеленом оазисе соорудили специальный павильон. Здесь постоянно поддерживается необходимая температура и влажность. Бабочки не выказывают ни малейших признаков беспокойства. Судя по всему, чувствуют себя как дома. Ямбурцы своими глазами могут увидеть, как выглядят морфопелеиды, парусники Румянцева и другие редкие виды мотыльков. В этом году в нашем зимнем саду в демонстрационном павильоне представлено порядка 20 бабочек 4 видов. И куколки 11 штук, которые тоже скоро станут бабочками. Повадки редких насекомых изучал корреспондент Ямбург ТВ Юрий Грига. Это групповой этап арктического благотворительного турнира по волейболу «Кубок губернатора Ямала-2023». Сборная «Газпром-добыча Ямбург» традиционно в числе участников. В этом году 32 команды со всего округа внесли пожертвования в фонд Ямины на лечение тяжелобольных детей. Спорт в помощь. И первая встреча для нас с Уренгойдорстроем. Они давние соперники Ямбурга. Лица знакомые, а вот розыгрыши всегда неожиданные. Уже в первые минуты наша сборная вырвалась вперед и сохранила отрыв в очках до конца. Матчи турнира предполагают игру до 2 победных партий. Эта встреча закончилась быстро. Наши уверенные 2-0. Настрой сегодня был такой боевой. Начать турнир с победы – это всегда хорошо. Задел на будущее. Будем дальше биться, выигрывать. Сценарий следующей встречи похож на предыдущий. Наша сборная не уставала подавать. На этот раз команде «Ночные совы-2». Табло показывало 18-3 в первые 10 минут матча. Сборная администрации Нового Уренгоя старалась сдерживать атаки. Но ямбургские спортсмены не дали шансов сопернику. Снова победа в 2 партиях. Сегодня у нас очень хорошо отыграло нападение. Очень мало ошибок мы допустили. Блока практически не было. Этот элемент мы отработали. В третий раз волейболисты общества вышли на площадку спортивно-оздоровительного комплекса против сборной Ачимгаза. Здесь уже пришлось попотеть. Запомнились долгие розыгрыши и частые блоки, а также досадные ошибки со стороны обеих команд. Приятно было то, что в этом круговороте пасов, аутов и подач наших спасала взаимовыручка. Главное не остановиться играть, не опустить руки. Если кто-то ошибся, то его поддержать. Если это был какой-то, допустим, нападающий удар, то пасующий старается второй раз в очередной атаке дать тому же, чтобы человек как бы придал себе уверенности, забив следующий мяч. С Ачимгазом наши спортсмены повторили старый добрый 2-0 в свою пользу. А вот в борьбе за выход в полуфинал сыграть с таким же счетом уже не получилось. На площадке сильный соперник – команда Надымского района. Этот поединок стал самым зрелищным и напряженным на всем групповом этапе. С минимальным отрывом по очкам каждый из команд взяли по одной партии. Команда «Газпром-добыча Ямбург» в отличной форме. Мужчины показывают сплоченность, достойную игру, поэтому я думаю, что у них есть все шансы на выход в полуфинал и финал. Третий сет стал решающим. Упорная борьба проходила под громкие овации коллег. Группа поддержки не сдерживала эмоций, в отличие от спортсменов. В итоге наша сборная сильнее – 15-10. Впереди полуфинал благотворительного турнира во Дворце спорта «Звездный». Соперники – команды, тоже занявшие первые места в своих подгруппах. Ждут новых побед. Юлия Надрага, Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой. Захватывающая игра интеллектуалов «Что, где, когда» состоялась на Ямбургском месторождении. Заявки подали сразу 7 команд, поэтому организаторам пришлось немного отойти от привычного формата игры. Всего было 30 вопросов. На выработку варианта ответа игрокам давалась 1 минута. За каждый правильный начислялся 1 балл. Итоговый подсчет не выявил победителя. Пришлось проводить блиц-турнир капитанов. Однако и он не смог определить лучшую команду. Потребовался второй блиц-турнир. В результате упорной борьбы на третьем месте оказалась команда под названием «Повторите вопрос», на втором – «Дилетанты широкого профиля», а первое место досталось «Стекловате». Безусловно, мы шли только за победой. У нас команда очень сильная, мы всегда занимаем только призовые места. И эта победа у нас не первая, даже вот за эту вахту.
Медики Ямбурга получили в свое распоряжение новый томограф. Установка позволяет проводить очень точные исследования внутренних органов человека. Принцип работы системы основан на совмещении рентгенологического оборудования с компьютерной станцией, которая оперативно делает детальный анализ изображения. Визуализируются изменения, размеры которых не превышают нескольких миллиметров. Это дает возможность обнаруживать различные заболевания на самых ранних стадиях. Изображения получаются объемными. Пациент не испытывает неприятных ощущений. Новая техника пришла на смену томографу устаревшей конструкции. 32-срезовый компьютерный томограф. Выше разрешающая способность существенно, увеличила скорость работы. Ну и плюс это новое программное обеспечение, которое позволит работать быстрее и качественнее. Как работает и для чего нужен томограф, узнал корреспондент ЕТВ Юрий Грига. Первый день, первая игра. Ямбургские хоккеисты против одного из фаворитов сезона – сборной «Газпром-добыча Уренгой». Хоккей настолько стремителен, что игрока выпускают на смену не более чем на 40 секунд. За это время надо выложиться максимально, что и сделали наши парни. Первую шайбу в ямбургской команде забивает человек с говорящей фамилией Шумахер. Я уже в этот хоккей, если честно, сколько с детства тоже гоняю. Я рад, когда я забиваю, и команда радуется. Ямбургские хоккеисты на этом ледовом корте – гости, в отличие от соперников, которые тренируются здесь ежедневно. Наш стиль игры джентльменский, без силовых приемов. Главное – не победа, а удовольствие от любимого занятия. Наше преимущество в том, что мы спокойно относимся как к поражениям, как и к победам, потому что мы растущий клуб. И в дальнейшем, я надеюсь, что все будет в порядке, и мы будем забивать и выигрывать. Темп высокий игры, у них нападающие немножко побыстрее наших защитников. Поэтому приходится, как сова, вертеть головой и как бы концентрацию немножко теряешь. Поэтому движение на инерции только иногда работает. После пропущенной шайбы сборная «Газпром-добыча Уренгой» бросилась в атаку, и у ворот Ямбурга стало жарко. Наши спортсмены стойко оборонялись, пытаясь перехватить инициативу у соперника, но, увы. Тактика жесткого прессинга себя оправдала. Победил «Газпром-добыча Уренгой». С этой командой встречаемся уже неоднократно. Они этим же практически составом играют на ночную хоккейную лигу на 40+. Становились и призерами от Янао, выезжали неоднократно на турнир в Сочи. Поэтому видно, что команда маленько пособраннее, у них пас более четче, но мы стремимся к этому. Игра смотрелась, держалась все-таки в напряжении. Мы старались, бились, выполняли установку тренера. И все-таки это праздник. Праздник хоккея, поэтому настроение великолепное. Первый раз начал участвовать в турнире, сегодня забил первую в жизни шайбу. Какие ощущения? Супер. Сборная «Газпром-добыча Ямбург» по хоккею образовалась в 2017 году. В команде 30 человек. Профессиональных хоккеистов в составе нет. Играют разные люди, которые искренне любят шайбы, клюшки и лед. Один раз встал на коньки, почувствовал, что мне понравилось. Взял клюшку и почувствовал, что хочу играть в команде. Все, с тех пор это было стремление. С тех пор, как в обществе появилась команда, участвуем в соревнованиях, приходим на тренировки, активно тренируемся. Главное желание. Может любой встать на коньки, у нас тоже так же, вот на Заполярке приходят люди, вообще никакого отношения к хоккею не имеют. Попробовали раз-два, как бы затягивают и начинают заниматься. В хоккей играют настоящие мужчины, и это факт. На несколько дней ледовая арена объединила людей разных профессий и возрастов, представителей предприятий нефтегазовой отрасли. На этом турнире сборная Ямбурга сыграла 3 матча, 1 победа, 2 поражения, итог 5 место. Подобные спортивные мероприятия не только укрепляют здоровье и улучшают настроение, но и развивают сотрудничество и дружеские связи. Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой, специально для ЯТВ.